Здравствуйте, Алена. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, сейчас на моем тестовом объективе. Сейчас я вам проверю его на моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Комфортный алгоритм работы с одуванчиком я вам сейчас пришлю в мессенджер. Вот смотрите, сейчас я наклею одуванчик на вот эту полочку и пришлю вам вот в таком виде. Вот видите, одуванчик на полочке. Теперь смотрите, берете ваш КПАН, вот, поворачиваете к себе красной точкой и прикладываете полочку с одуванчиком к внутренней стенки КПАН, ориентируя средний контакт, видите, средний контакт, четвертый слева или второй справа, точно по красной точке. Вот он, если смотреть сверху, вот так вот, и отмечаете острым предметом с обратной стороны кольца границы вашей полочки. Справа, слева и снизу. Затем убираете полочку с одуванчиком, зачищаете острым предметом черную краску до белого металла, обезжириваете все это дело, наносите с помощью зубочистки, которую я вам отправлю вместе с клеем в комплекте, немножко клея, и прикладываете также полочку, ориентируя средний контакт одуванчика точно по красной точке. Через 2 минуты клей засохнет и можно будет использовать. Спасибо за внимание. Сейчас я все упакую и отправлю вам.